Человека, вот эта удивительная машина, говорят о ней, что звуки ее не имеют аналога в природе, вот это действительно инструмент чрезвычайно таинственный, редкостный и, может быть, даже, простите меня, да, какой-то объект поклонения. Инструмент с тысячелетней историей, ну, в общем, формально говоря, двухтысячелетней историей, конечно же, имеет колоссальный репертуар, который вот сколько ни учись, сколько ни играй, все равно не освоишь. Орган, вот он изначально не статичен, он развивается, и инструменты очень не похожи друг на друга. Община здесь возродилась почти 25 лет назад. В этом году будет 25 лет первому богослужению после колоссальной паузы. И все это время здесь звучит музыка. Концерт духовной музыки по воскресеньям в 16 часов. И вечернее органное богослужение в среду 19:30. Здесь можно послушать огромное количество музыкантов. Прежде всего музыкантов, играющих барокко. Наша специализация – это музыка европейского барокко. Так существует все 25 лет. Это, наверное, истинный центр не только органного искусства в нашем городе, но и искусства музыки барокко, европейского барокко. Вот эта церковь тянет к себе любителей музыки, любителей органа, почитателей органа, людей, преклоняющихся перед этим инструментом и перед этой культурой.